Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я делаю репортаж о том, что хакерам опять была нанесена новая атака. В твиттере сам хакер пишет, что люблю, а опять офлайн. Сам я напрямую не хочу заходить в твиттер, потому что уже пробовал, и он не прогружается. Сам же Шерам грузится вот так вот банально. Ничего не происходит, просто грузится страница. Сейчас, наверное, будет плохо видно вам, но вот, крутится просто. То же самое и с шарарам.ру. Просто, опять же таки, грузит, просто и все. Ничего не происходит. Администраторы уже довольно быстро таки научились восстанавливать свои сайты. Вот. Так что потом у нас 12:00 по московскому времени был Дед Мороз. Тоже, скорее всего, повтора не будет его. Но это вряд ли. Вот. И мы его упустили, но лишь некоторые, которые могли зашли только в первые 10 минут Деда Мороза, они успели. Вот. А мы нет. Вот, видите, просто произвел загрузку, пишет, что веб-страница недоступна. Что ж, так вот опять хакер сломал шарам. В принципе, я вам все рассказал. Всем пока.